Да чтоб тебя, опять этот грёбаный мяч! Привет. Всем здрасте, с вами Настя. Добро пожаловать на канал Инсомни, ваши бессонные подруги. И сегодня мы с вами проверим новое обновление по игре Silent Brief. Эту игру мы проходили на стриме. Было нереально классно, очень страшно. Скримеры были просто на каждом шагу. Разработчики, естественно, это очень заметно, как они стараются, как они прислушиваются. Поэтому они выкатили новое обновление, где пофиксились баги, лаги. Добавили звуковые эффекты и индикаторы к сестрам, с которыми у нас были проблемы. Добавили новые скримеры, добавили, по-моему, одну сценку какую-то, синематики, не знаю, может быть, какой-то будет. Секретные механики даже вроде как добавили. Мы сегодня с вами это все проверим. Постараемся пройти игру. Всем приятного просмотра и поехали. Посмотрим, что же нового добавили. И сможем ли мы вообще пройти игру? Очень интересно. Я вспоминаю, как это было в прошлый раз. Идет загрузка. Если вы будете достаточно долго смотреть бездну, бездна начнет смотреть на вас. Это да, это мы помним. Это все прекрасно. Так, пошлите. Пока что, я думаю, рано говорить о том, что что-то поменялось. Как мы помним, нам нужно подойти к этому мужчине. Собрать пропавший плакат. Да. Да, очень страшно. Здесь у нас непосредственно трупы. Слушайте, а разве эти трупы были? Я уже не помню. Да, это мы прекрасно помним. Можем... А вот и первое пошло. Другой крик, по-моему. Так, найти пропавших людей, пока не стало слишком поздно. Как мы помним, нам нужно найти пятерых. В 7 часов начнется сирена. Я помню, что мы бежали куда-то сюда. К церкви, да. Мы бежали к церкви. То есть пока что мы можем разговаривать спокойненько. Тут говорит... Так, не отвлекаемся. У нас есть фонарик, я помню. Так, трупа здесь нет. Печально, печально. Они есть. Все хорошо. Забираем плакат, бежим дальше. Один из пяти есть. Мы бежим обратно к машине, потом поворачиваем направо. У нас уже даже тактика появилась своя. Где можно найти 2-3 трупа приблизительно. То есть мы бежим обратно и вот в правую сторону. Ой, время бежит только так, уже 7:30. Не знаю, успеем ли мы вообще хоть что-то еще найти. Где-то... А, мы бежали, по-моему... На аттракционы сразу. Или нет? Или да? Здесь и... Опа. Вот этого мы еще не видели, по-моему. Какая-то вышка. Ух ты ж. Здесь мы еще не были, точно. Открыть дверь. Какая-то рубка. Блин, ну здесь пусто. Мы не успеваем. Да чтоб тебя! Опять этот грёбаный мяч! Я эти мячи только так ловлю лицом. Спасибо. Все, мы не успели. Если мы хотим победить, нам нужно найти хотя бы 2-3 трупа до начала темноты.
потому что потом будет очень и очень сложно. Все, громкость появилась. Если что, они закричат за меня. Хорошо. Это прекрасно. Спасибо. Ветки, пофиг. Он еще труп один. Берем. Уходим. Уходим нафиг отсюда. Это все, конечно, очень интересно. Но нам нужно идти. Переместили. Не дыши на меня, не дыши.
Я, по-моему, собрала толпу монстров. А вот это мы не пофиксили. Я помню эту бабку. Она нас та точно так же забагалась. И было очень тяжело потом. Нет, не получается. Совсем. Печально. Бегать. Так, вроде я не нашла никого, я никого не увидела. Поэтому мы сейчас пойдем дальше. Нам осталось два трупа найти. Может быть, что-то и получится. Кто ж его знает. Здесь вроде не пройти. Так, господи, затеряйся, ты уже где-то там позади меня. Тут хватит за мной идти. Так, мы куда-то спускаемся. Понятно. В лесу нельзя доверять никому. Не допускайте, чтобы кто-то подходил слишком близко. Будем иметь в виду. Ну кто же знал, кто же знал. Добавили очень... Добавили, да, согласна. Я с вами очень и очень согласна. Так. Хорошо. Дубль 2, поехали. Сами себе помогите, блин. По-моему, крик все-таки был женским. Если не ошибаюсь в прошлый раз. Интересно, он меняется теперь? Или он его поменяли полностью на мужской? Непонятно. Так, хорошо, мы начинаем с церкви. Как в прошлый раз. У нас есть планы, мы его придерживались. Конечно, вышло так, что нам попалась сестра, клоун, еще какая-то крокозябра. Ну что поделать. Так, здесь первый же труп. Хорошо, спасибо, до свидания. А, можно, в принципе, сейчас побежать направо. Я не знаю, найдем ли мы здесь что-то или нет. Если я не ошибаюсь, тут как раз-таки по правой стороне аттракцион должен быть сразу же. Но я могу ошибаться. Но следуя логике, есть такая вероятность.
Поэтому мы сейчас побежим прямо вот сюда. Так, я пробегу сквозь вот это дерево. Я что-то вижу впереди. Я вижу дом. Дом это тоже неплохо. То есть по правой стороне какой-то домик. Здесь кружат птицы. Так, здесь пусто. А, дверь. О! А что, дверь не открывается? А, это первоначальный дом-то, господи, подождите, я же шла в правую сторону. Ну, ладно, тогда мы идем сюда. Время еще есть, чуть-чуть совсем. Я знаю, что здесь труп может быть иногда в Жигулях, но его здесь сейчас нет. Печально, но ладно, идем дальше. Здесь у нас автобус перевернутый. Здесь тоже может быть труп. Мы здесь его находили. Но не в этот раз. Ладно, блин, не успели. Всего лишь один опять нашли. Что ж такое? Они слишком хорошо их прячут. Если я не ошибаюсь, здесь сейчас... А, вон, 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 вон. Вот это темень, конечно. Блин, вот это очень стрёмное. Как так-то? Так, тихонечко. Пошла нахер. Отстань от меня. Затеряйся. Интересно, мы ее прошли все-таки или нет? На эту сестру нельзя смотреть. Ой, надо смотреть наоборот. То есть они есть разные, да? Слушайте, ну по-моему... Don't move. I want to see you closely. По-моему, мы прошли ту сестру, и это прекрасно. Наконец-то мы на нее не попали. Она, конечно, очень... Отличка такая. Такая. Отключка. Вот. Индикатора я не увидела, кстати. Но я поняла, что это она, потому что она начала плакать. То есть как-то в прошлый раз этот плач не было настолько слышно, чтобы я обратила на него внимание непосредственно.
Да не хочу я писать. Отстань. Со мной идет, понимает, конечно. Просто толпа, блин. Кладбище. Я нашла кладбище. В этой игре вообще. В этой игре вообще нельзя останавливаться. Тебе постоянно нужно бежать. Беги. Хватай и беги. Это очень тяжело. В прошлый раз, самое долгое, мы смогли продержаться, по-моему, до 4 утра. Это было нереально. Это было просто что-то с чем-то. Это было очень долго. Я что, по кругу гуляю? Я не понимаю. Ты чё, обратно на кладбище? Где она? Seek. 10, 9, 8, 7. Это сестрой прикол есть. Ну что, фонарик. Спасибо. Когда их появляется двое, это просто нереально. Тебе от одной нужно убежать, а к другой, ну, типа, постоянно лицом стоять. И это нереально, на мой взгляд. И я об этом еще в прошлый раз говорила, что это очень сложно. Хорошо. Чего? Погнали, погнали. Вперед. Пять пропавших тел. Бежим, как обычно. Сначала. Сюда. Ах ты ж. Давай, давай, бежим, бежим. Все хорошо. Найти пропавших людей, пока не стало слишком поздно. Прям цель. У меня есть цель, и я к ней иду. Мы не боимся, мы не страшимся. Мы аккуратненько, чётенько пытаемся найти. Так опять не заметила. Вот ты когда в таком страхе, ты не замечаешь, есть индикаторы, нет индикаторов. Потому что единственный индикатор, который я непосредственно вижу, это свой голос. Да, и все. Блин, чего я не нету?
Да как так-то? Блин, человека нет здесь. Ну все, Габелла. Все пропало. А, ты есть. Прекрасно. Спасибо, дорогой мой. До свидания. Погнали дальше. Один из пяти есть. Мы сейчас добежим. Так, если мы бежим туда. Ну-ка, давайте попробуем. Как-то так, может быть. Сквозь ветки. Блин, а вот сквозь дерево не вышло уже. Печально. А хотелось. Да, то есть я побежала к дому. Вот опять мы пришли к этой штуковине. Сейчас глянем, может быть, здесь все-таки имеется тело. Потому что тела каждый раз меняют свое местоположение. И это, конечно... Опа! Здрасте. Давайте проверим, мало ли. Нет, никого. Никого. Мячик ловлю. Поймала. Спасибо. А, где-то... Блин, определить бы, конечно, этот аттракцион, где... Чтобы к ним сразу же прибежать. Потому что, как я поняла, здесь пока что в округе ничего нет. Да, то есть. Локация очень большая, очень. Мне вот интересно, просто это реально пройти или нет? Я все это время с фонариком и бегала, спасибо. Прям так сразу, да. Отец обогнал справа. Интересно. Это кладбище сейчас будет. Сейчас это будет нереальная габелла. Получается найти парк аттракционов. Я не закричала, чтобы у меня сломался экран, между прочим. До свидания. Так, мы возвращаемся к кладбищу. Не особо хочется, честно говоря, но, видимо, придется. Я думаю, что мы сейчас по прямой пойдем. Кушать, кушать. Не отвлекайтесь. Если я...
если я правильно помню, остались такие места, как автобус, да, там с гаражом рядом, и вот аттракцион. Hi, friend. I want to play hide and seek. You hide, I seek. Что делать? А что делать дальше? Погодите. О боже, мы прошли 5 из 5. Что? Кто? Зачем вы на меня показываете? Не надо. Я тоже пропавший. Чего? Мы вернулись, и я тот чел, который лежал в самом начале. Вы сейчас серьезно? Да как так-то? Эти воспоминания вам совсем не чужды. Это как если бы вы ожили один и тот же день снова и... жили один и тот же день снова и снова. Есть ли способ прервать этот цикл? Не знаю, правда это или нет. Silent Brief. Тихое дыхание. Вы пережили всего 40 пуганий. Всего! Надеюсь, что вам понравилось это прохождение. Любителям адреналина эту игру я рекомендую на 100%. Спасибо всем за просмотры, за лайки, за комментарии. Не забывайте подписываться, если не хотите пропустить новые видосы, новые стримы. А мы с вами увидимся совсем скоро. И всем пока.